Team Sonic Racing! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор Игмир Брутник. И сегодня мы продолжаем Team Sonic Racing, 12 эпизод, финалочка, как я могу судить. Потому что там осталось только 4 гонки, и мы с вами спокойно, сейчас успешно допройдем. Предварительно, давайте мы, наверное, все-таки... Если что, я сделал мод-капсулу, у меня просто первая часть этого эпизода вышла без звука. Не переживайте, даже гонки не пробовали пока что. Просто я случайно заметил, а в мод-капсулах мы уже были. Поэтому давайте мы сразу в гараж кое-что подкорректируем. Возьмем сейчас, давайте-ка поработаем с парочкой наших геройчиков. Вот. Так. Защита. Чё с ней? А так, в принципе, шикарно смотрится. Эми. Давайте-ка поставим ей ее цвета в этот раз. Выберем, поставим, будет шикарно. Потому что у нее Мираж Салон, это видно, тематика. О! Вот совершенно другие оттеночки. Хотя мелких таких деталей я не наблюдаю особо. О! А, это дисковые. Во! Идеальная машина для Эми Роуз. Вы только посмотрите. Давайте звуковые сигналы ей поставим какой-нибудь. Какой бы взять бы нам? Нет, не то. Может быть, классический А? Нет. Рык. О. Вот, давайте рык поставим. И прекрасный. И винил какой-нибудь. Вот даже не знаю, у нее не все винилы открыты, но мне кажется, вот это хорошо. Дека подойдет. Но он хорошо сочетается, Декка. Ей идет, реально, мне нравится. Чисто металлический поставим все. О, вроде бы незаметно, но такая красота. То, что надо. Эми готова. Эми готова. Так, кого мы еще возьмем, давайте... Let's get started. Давайте Shadow еще возьмем. Ой, он шикарный так. Давайте тогда видео добавим какой-нибудь. О! То, что надо. Вот ему это пойдет. Прямо реально. А, он уже установился, этот винильчик-то. Искристый металл я поставлю лучше, чтобы было видно, во-первых, все это дело. Потому что реально, вот искристый металл хорошо смотрится. Вот здесь тоже искристый металл. У него реально такая крутая машина, что даже ничего наклада дополнительного не надо. А здесь металл чисто поставим. О, шикарная машина у него выходит. Вот прям, посмотрите, вот красота, да и только, видите? О, то, что надо. Ну, можно, наверное, еще ежа выбрать как вариант. Давайте, в конце концов. Ну, или Наклза. А, кстати, я давненько Наклза, кстати, если что, не брал, опять же.
Ну, Knuckles и Mirage Saloon, конечно, используется. Ему тотемы давайте поставим. Ему топ-тены отлично подойдут. Так. Давайте, наверное, все-таки возьмем тематику Knuckles'а, мне кажется, лучше взять. Так, Завок, Knuckles. Металл. 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 А с зеленым оставим подсветочку вот такую. Шикарно будет смотреться. О, то, что надо. Вообще совершенно по-другому смотрится, согласитесь. Что ж, погнали. Команды и приключения. Решающая гонка. Hydro Volcanoes. Кальный трек. 3 победы из 5. 3 победы из 5. Не мог удержаться, мне нравится. Так, кого возьмем с вами? Здесь, конечно, лучше бы взять какого-нибудь механика. Поскольку зона специфическая. Знаете, тогда... Ну, Сильвер очень низкая скорость. Да, возьмем Руж. Тем более, у нее красивая машинка. С прошлого раза бы сами ее сделали, она идеально подходит. Командная суперсила заряжается быстрее. Хотя можно и кредит поставить. Нет, давайте команда суперсил заряжается быстрее. Здесь она то, что нужно. И готово. Ладно, давай тануки. Мы победили твоих хэгпаунов и победили Завока. Да, все так. Но вы еще не победили моих хэгпаунов и Метал Соника. Не помню ничего про это. Но это подразумевалось, поэтому я ничего не говорил. В этом нет никакого смысла. Поверь мне. А вот в этом смысле еще меньше. Айден Волкана, зеркальный трек. Сразитесь с командой доктора Эггмана и уничтожьте трусливых Эггпаунов. Они... Стоп. Что значит трусливых? Они же... Роботы, они не могут быть трусами. Это же роботы, они запрограммированы. Как-то страдай, не находите? Одно дело болтать, а другое дело на трассе гонять. Меньше слов, больше гонок. Подвиньтесь, неудачники. Нам тут гонку выигрывать надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оберись, Руж! Сейчас соберемся. Так, а, зеркальный трек. Я из... могу сориентироваться адекватно здесь. Так. Нет уж, Метал. Ты... Я пойду и заберу здесь все вкусняшечки. Все, я сориентировался более-менее. А ну идите сюда! Так, неплохо. Почему они стоят друг по другу? Я не могу понять. Если я соберу, то очень быстро их обойду. Давай, соберись тогда, обходи. Потому что пока Руж берет вверх. Подтверждаю, иду на обгон. Омега, защищайся! Что там у Омеги такое случилось?
Надо Омегу поднимать. Черт, там, по-моему, была ульта. Так, передаю. Пусть у Омеги будет. Так, вижу впереди. Там метал, по-моему, да? Да, металлик. Так. Пойду на обгон. Ауч! Кто меня подбил? Было сзади, скорее всего, один из экпаунов. Да, то, что надо. Отлично! Погнали! Металлик, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ю-ху! Так. Отлично. Ща промахнулся, я думал, попаду в него. Хотел его сбить, чтобы он упал. Ну ладно, он сейчас в любом случае пойдет на обгон. Пока, металлическая жестянка. Молодец. Shadow, молодец. Не знаю, в кого попадаю, но в кого-то попадаю. Это хорошо. Это я придержу. Давай, 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 давай. Рош! Да. Держись от меня подальше. Я не собираюсь тебя держаться подальше. Ты моя часть команды. Часть команды, часть корабля. Так, неплохо. Правда, я теперь без ракеты. Так, Shadow номер 2, это меня успокаивает. Вверх, 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 вверх. Давай, Руш, хватит заигрывать с парнями и роботами. Так, прибережем и... Готово! Shadow и Rouge, как всегда, в связке одной побеждают. Темная команда. Неплохо. Хороший результат. Мне нравится. Хороший результат. Очень хороший. Мне нравится. Они победили тебя? Как они могли победить тебя, Metal Sonic? Даже лучше, что ты не умеешь говорить. Все, что ты сказал бы, только сильнее меня разозлило бы. Кстати, я почему ту голос не дал бы? Было бы весело. Жалко, конечно. Так, рулет Роуз, решающая гонка. Что-то мне подсказывает, это еще не конец. Правильно подсказывает. Так, в этот раз мы возьмем Эми. Она отлично здесь подойдет. Ну и, конечно, добавим парочку плюшечек. Продлевающаяся командная суперсила.
увеличить сумочный ускоритель. Давайте ей ускоритель повысим. И будет шикарно. Пожалуйста, скажи, что у нас достаточно энергии. Гонщики отлично постарались. Все работает идеально. Значит, готово. Двигатель работает. О, нет. Нужно еще. Ладно. Эй, Соник. Дай угадаю. Вызываешь нас на новую гонку? А что, ты не любишь гонки? Если честно, обожаю. Поехали! Сразитесь с командой доктора Эггмана на Роллер Троуд Стрит. Шикарные усы и продолжение. Эггман явно водит нас за нос, Соник, но похоже счастлив. Даже Соник, даже Тейлз подразумевает, что Соник тот еще мудак. Вот это ускорение. Пропустите даму. Так. Отлично, молодец, Бегаста. Прямо по заклепкам Metal Sonic. Пик! Нужно ускорение! То, что надо. Ну-ка, старту! Я-то пока даже ракеты не потратил. Так. Сейчас увидишь, на что мы способны. Шикарно гоняем, Эми. Осторожно, у меня аж голова аж кружится. Так. Ты лучше всех. Да, спасибо, Чао, знаю. Надо вернуться и починиться. Так. Ай, зараза. Весело. Знаю, Биг, весело. А враги-то на хвосте. Враги-то на хвосте. Так, поднимаем команду суперсил на всякий случай на пожарный. Держи, ракеты должны помочь. Эми и Биг просто рвут трек на части. Я знаю, что она готова, но мы пока ее не тратим. А нам понадобится финал, чтобы ускориться. Потому что здесь мы против Металлика. Ну, либо если здесь боец какая-то фигня. В виде колонн или смертельной угрозы. Понимаете?
А это может здесь появиться. Я лучше проберегу неуязвимость от этой штуки. Ну или посмотрим, что будет, если Эбби переполнится. Так. А вот теперь можно победить. Вот так вот. Эбби победила! Лучше перестраховывайтесь всегда в такие моменты. Биг на четвертом удивительно. Но все равно победа наша. Победа наша. Отличная победа, товарищи. Вы все трое просто ужасны! За что я вам плачу? Но ты мне ничего не плачешь! За такое-то вождение! Кстати, реально! Реально, за что он платит, непонятно. Можно сюда пойти, но мы это оставим. Мы пойдем сейчас к самому, сразу к финалу. Решающая гонка. Dark Arsenal. Это уже новая зона. Там Turban Loop был, а это темный арсенал. Интересное местечко. Если он там бомбы нас будут скидывать. Уйдите за мной с меньшим раз, сойдите с трека меньшим раз. Вот сойти с трека можно попробовать как раз. Получим ключ. Ну что, погнали. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Итак, кого же мы возьмем? Кого же мы возьмем? Стольких подготавливали на этот темный арсенал. Здесь нужна и хорошая скорость, и выносливость. Shadow, вылезай. Это то, что надо здесь. Поставим мощности с его-то скоростью и ускорением, ему цены не будет. Дай угадаю, у нас недостаточно энергии. Вот почему ты всегда проигрываешь. У тебя не хватает терпения дождаться идеального момента. Он уже близок. Еще одна гонка и готово. Еще одна гонка, говоришь? Хватит с нас твоих игр, доктор. Отпусти Додонпа, или мы сами за ним придем. Еще одна гонка за любые коврижечки. Это уже третья гонка за любые коврижечки. Ты прав, но в этот раз я тоже буду участвовать. Dark Arsenal, добро пожаловать в смертельную гонку. Боюсь, это еще не конец. Shadow берется за дело. Хорош, дай-ка ускоряночку мне. Дайте мне адекватные виспы. Теперь что, подвинуться что ли надо? Так. Неплохая гонка. Слушайте, реально очень быстро выходит. Так.
Надо ускоряться. Зараза! Да зараза! О, реально, тут так быстро гоняешь, это кошмар. Это кто еще такой пройдется? А, это доктор. А, нет, это... Вперед! Выжимаю на полную катушечку. Вижу доктора из замка. Промахиваюсь постоянно. Сойдет. Надо доктора гонять. Есть! Ой, зараза-то какая! Омега молодец! Плохо дело! Вот это сгодится. Отлично. Так. Вот и вырвались вперед. Есть, неплохо. Руж пока никто не обогнал, значит, все остальные отстают. Руж, давай догоняй. Омега, конечно, супер-робот. Но ты же супер-воровка. Я так аккуратно проехал. Держи. Давай, 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 так. Ускоряйся. Они что, объезжают с других сторон? Черт, он ульту применил, надо было тоже беречь. Зараза! Проиграли. Ну ладно, у нас в любом случае побед больше. Хотя я удивлен, что Shadow поиграл Battle Sonic и Завоку. Реально удивлен. Мы чуть-чуть не обогнали. Но, с другой стороны, формально это приятно победить в финальной гонке, разве нет? А, надо выиграть обязательно. Ну ладно. О. Погнали. То есть надо обязательно выиграть. Увидимся на финише.
Так. Вот это попадание мне нравится. Так. Два супергонщика. Сейчас тебя задавит, чемпион. Благодарю, Shadow. Это то, что надо. Я пока передам им ракеты. Мне нет смысла их держать. Лучше неуязвимость какую-то качать. Или дополнительную прошивку. Сколько роботов. Так. Прекрасно. Я вижу металла. Как он обгоняет меня? Пока, завок. Ты просто прелесть. Знаю оружие. Мне надо выйти на одну позицию с ним. Он слишком далеко, надо ускориться. Я не могу в него попасть отсюда с такого расстояния. Плохо. Передаю пока ракеты. А вот это я придержу для финала. А хотя можно передавать. Неплохо ускорились. Финальный круг. Так. Наращиваем виспы. Давай, 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 наращивай. Зараза! Мне нужен сейчас хоть какой-то висп. Да зараза! О, вот гонка реально сложная. Ego!
Есть! Но все равно Метал нас обогнал. Метал нас обогнал. А, я на выпуск. Ну, отлично, слепку записываю, шикарный. Какое место? Ой. Победа! You guys did better than I expected. Заняли второе, но пришли первыми, по факту. Хоть бы это того стоило, я выглядел там по-дурацки. Ой, не сравнивай, не расслабляйтесь, босс. Здесь вы тоже выглядите по-дурацки. О, не расстраивайтесь, босс, вы тоже здесь выйдете по-дурацки. Кто его проектировал? А, ну да. Мы. Точно. Ну и последняя. Решающая гонка. Сандердек. Погнали. Уже устал, Эггман? Я никогда не устану. Вот мудень же, да? Реально мудак. Тейлз заберет все лавры. У Тейлза шикарная попка. Погнали. И давайте поставим что-нибудь ему. Мощь ускорителей. Продлевающийся командный суперсила. Ускоритель дрифта. Нет, давайте вот это поставим. То, что надо. Давай, Тейлз, покажи, что твоя золотая машина стоит из потраченных денег. Да, можно было бы взять Наклза, у нас он прокачанный, но я лучше возьму Тейлса. Хорошие новости сейчас бы не помешали. Хорошие новости, победитель. Мы набрали достаточно энергии, мой двигатель суперсилы готов. Это изобретение положит начало новое процветание и сотрудничество во всей... Я забираю двигатель, старый дурак. Я поставлю его в свой машиномонстр, чтобы сокрушить Соника. Вот тебе и сотрудничество. Мой двигатель? Он украл его! Какой сюрприз! Вперед, ребята, вернем двигатель обратно и помешаем плану Эггмана. Давно бы так. Сандердек, сразитесь с командой доктора Эггмана, шикарные усы работника. Уничтожьте трусливо, как паудов доктора. С этим двигателем в моем яйце смерти я буду непобедим. Даже Тейлз согласен, что я сделал шикарный выбор. А это что еще за махина? Это что-то новое. Мне нужен разгон! А, тут какие-то лазерные установки. Пропустите гения! Так. Да, seriously, что поделаешь? Ой. То, что надо. Так, давай, Майлз. Когда вот такая муть перед глазами, скоростная, ты ни черна не видишь.
Вот эта скорость, мне прямо нравится. Так. Кто-нибудь проассистирует, заберет эту штуку у меня. Ясненько. Ладно, потратим. Круто, спасибо. Пока проносимся без проблем. Вижу. Извини, Метал, моя гонка. Просто ускоряемся. Давай, Наклз, тащи! О, вот это разгон! Так. Так, наращиваем. Давай. Есть. Благодарю, Наклз. Наклз всегда выручит. Вот, под лед. Так. Победа! Тейлз лучший! Правда, его поджарил в финале Лазер. Так, неплохо. Продолжаем. А, я выключил, что ли, ну и бывает. Ну, что поделаешь? У меня просто кнопка включения на мышке находится. Это удобно. Ну это победа. Победа, ребята. Чтоб тебя, Соник! На этот раз я разорву тебя своей супермощной машиной монстром, только винтики останутся от тебя! Босс... Чего тебе? Машина-монстр, она с ума сошла, направляется к энергетическому ядру! Что? Нам крышка! Без энергетического ядра этот корабль рухнет с неба! Нам надо убираться отсюда! Да, сэр. Подождите меня! Плохие новости, Соник. Если крепость рухнет, этот корабль пойдет с неба на землю. Что? Тейлз, нам надо спасти Додон Па! Тейлз, Сильвер Руш, чао, хватайте двери, умейте делать все, выбирайтесь отсюда! Чао. Ладно, а как же машины? Сперва надо спасти наших товарищей. Поняли, мы справимся.
А как же я? Я не хочу, чтобы вам вся сал досталась. Мы же команда, верно? Наклз. Точно. Мы будем работать в команде, чтобы спасти Дадонпа. Ох, вы, ребята, всегда понимаете меня. Ладно, давайте спасем его. Надеюсь, Соник и все остальные вовремя выбрались. Я бы за них не волновался. Привет, ребят! Простите за опоздание. Мы были на волоске! Но все гоночные машины взорвались. Полагаю, на этом гонка окончена. Не волнуйтесь, ребята, благодарность за спасение. Позвольте мне подарить вам новые гоночные машины. Правда? Значит, мы можем гонять вместе? Точно! Мне терпится снова увидеть ваш соревновательный дух в действии. Хорошо. Теперь, когда все разрешилось, да начнется гонка. Да! И вот она! Team Sonic Racing! Что ж, прекрасная игра, прекрасная гонка, прекрасные механики, прекрасные виды и пейзажи. Мне лично нравится. Я не знаю, почему люди придираются к этой игре. Она идеальна. Это гонка на карах. Здесь хорошая механика, хорошая физика. Прекрасное взаимодействие с элементами виспов. То есть сделано все прекрасно. И я должен отметить, здесь интрига есть для обычной аркадной игры. То есть реально, интрига в сюжете есть. Мы не знаем, кто это за Донпа, что он себя представляет. Даже когда доктор появился, то есть доктор-работник, не было понятно до конца, на чьей стороне этот Донпа. И то, когда уже подошли к концу, конечно... Конец немножко слабоватый, я бы хотел, чтобы эта машина была громенной, а не такой вот чуть больше обычной, наверное. Но все равно шикарно, шикарная игра, и мне она лично очень нравится. Надеюсь, что понравилось и вам, ребят. Напишите ваше мнение в комментариях. Буду очень рад услышать и почитать его. Ну и, конечно же, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Слушаем шикарный саундтрек. Ну и, конечно же, до скорой всем встречи на Team Sonic Racing стримах по этой игре и на других наших стримах. Приглашайте друзей, буду всем очень рад. Ну а с вами был доктор Эгман Работник, он же Альберт Вескер. И... удачи!